Спонсор показа погоды ЗАО «Эвалар». Если смена погоды ухудшает самочувствие, принимайте лекарства «Гинкоум». Реагируйте на погоду. В любую погоду лекарство «Гинкоум» устраняет головную боль, головокружение, шум в ушах. «Гинкоум» в два раза дешевле аналога. О том, какая погода ждет вас в выходные, расскажу вам я, Ксения Панова. В целом, ближайшие дни порадуют нас не сильными морозами и солнцем. В субботу нас ждут кратковременные осадки, а в воскресенье снег пойдет уже во всех городах края. Ветер слабый, отличная погода для тех, кто хочет покататься на лыжах. Теперь подробнее. Минус 8 в воскресенье, Белокурихе, 9 градусов ниже нуля в Заринске и Камне-на-Оби. Сразу в 5 городах столбики термометров покажут одинаковую цифру – минус 12. Это Бийск, Змеиногорск, Рубцовск, Славгород и Тальменка. В Алейске, Кулунде 11 градусов мороза. В столице нашего края утром термометры покажут 6 градусов ниже нуля. Будьте внимательны, на улицах гололед. Не торопитесь, особенно переходя дорогу. О погоде у меня все. Будьте внимательны с близкими людьми. Позвоните друзьям и родителям. Не жалейте добрых слов. До свидания.